Друзья, всем привет! Вот начинается у меня очередной эксперимент. Вчера мы кушали экзотический фрукт личи. Ну тут же что ж, я ж сразу потом в интернет, что да как да почему. Оказывается, личи — это китайская слива. Сейчас я подпишу это. Я не могу, как этот, кто там. И разговаривать, и писать, и читать. Да, гляньте, как его зовут? Скажите, как его зовут? Буратино. Ну, который этот там и читал, и писал, и разговаривал. Ну, вы поняли, да? Гля, вылетело с головы. Короче, вот так вот. 18.01.23. Суть где-то в чем? Короче, дело к ночи. Личи — это китайская слива. Чтобы вырастить ее дома, надо, короче, еще помучиться. Не все так просто. Оказывается, ну, я замочил в воде. Один говорит, надо замачивать. Другой говорит, не надо замачивать. Короче, интернет, как всегда, у нас помогает всем и вся. Ну, и я, короче, решил выбрать золотую середину. Я на чуть-чуть замочил. Буквально на 12 часов где-то. Сейчас я этой же водой и сюда полью. Вроде же как от них. А, ё-моё, полил. А, молодец. А Серёжа молодец. Друзья, оказывается, вот они. Дырочки для вентиляции. Тут у меня это голубика была. А я думал, посажу. А тут на тебе. Не думай ты, бери другое. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Все, нашел новую емкость. Сейчас мы цифры перепишем. Сегодня у нас 18.01.23. Ну и по видео мы тоже будем ориентироваться. 18.01.23. Так, что там говорят? Надо смочить тряпочку. Вот это все накрыть. И, короче, в одном видео, в самом популярном видео, как человек советовал посадить, он сказал, через 3, ну, максимум через 4 дня вырастет. Вырастет. Корешок появится, ну, прорастет, типа. В другом, в не сильно популярном видео, сказали, недели через 2. Ну, будем посмотреть, кто хочет продолжения сериала. Второго сериала. У нас один проект уже есть. Мы микрозелень с дочей выращиваем. Это будет у нас третий. Тьфу ты, ё-моё, да что такое? Второй проект у нас по выращиванию личи. Все. Отчеты будут. Ну, не знаю как, но будут. Все, всем спасибо за просмотр. Лайки, подписки, отписки, комментарии, репосты, колокольчики, бубенчики. Всем пока-пока.